Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Он бегает по Африке и кушает детей. Гадкий, нехороший, жадный Бармалей. И папочка, и мамочка под деревом сидят. И папочка, и мамочка детям говорят: Африка ужасна, да-да-да. Африка опасна, да-да-да. Не ходите, дети, в Африку никогда. Но папочка и мамочка уснули вечерком. А Танечка и Ванечка в Африку бегом. В Африку, в Африку. Вдоль по Африке гуляют, фиги финики срывают. Ну и Африка, вот так Африка. Оседлали носорога, покатались они много. Ну и Африка, вот так Африка. Со слонами на ходу поиграли в чехарду. Ну и Африка, вот так Африка. Выходила к ним горилла, им горилла говорила, говорила им горилла, приговаривала. Вон акула-каракула распахнула злую пасть. Вы, какули-каракули, не хотите ли попасть прямо в пасть? Нам акула-каракула нипочем, нипочем. Мы акулу-каракулу кирпичом, кирпичом. Мы акулу-каракулу кулаком, кулаком. Мы акулу-каракулу каблуком, каблуком. Испугалась акула и со страху утонула. По делам тебе, акула, по делам. Но вот по болотам огромный идет и ревет бегемот. Он идет по болотам и громко и грозно ревет. А Таня и Ваня хохочут, бегемотово брюхо щекочут. Ну и брюхо, что за брюхо замечательное! Не стерпел такой обиды бегемот. Убежал за пирамиды и ревет. Бармалея, Бармалея громким голосом зовет. Бармалей, 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 выходи, Бармалей, поскорей. Этих гадких детей, Бармалей, не жалей, Бармалей, не жалей. Таня, Ваня задрожали, Бармалея увидали. Он по Африке идет, на всю Африку поет. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких детей. Он страшными глазами сверкает, он страшными зубами стучит, он страшный костер зажигает, он страшное слово кричит. Карабас, Карабас, пообедаю сейчас. Дети плачут и рыдают, Бармалея умоляют. Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами. Отпусти нас поскорей к нашей милой маме. Мы от мамы убегать никогда не будем. И по Африке гулять навсегда забудем. Милый, милый людоед, смилуйся над нами. Мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями. Но ответил людоед: нет. И сказала Таня Ване: посмотри, в аэроплане кто-то по небу летит. Это доктор, добрый доктор Айболит. Добрый доктор Айболит к Тане Ване подбегает, Таню Ваню обнимает, а злодею Бармалею, улыбаясь, говорит:
Ну, пожалуйста, мой милый, мой любезный Бармалей, развяжите, отпустите этих маленьких детей. Но злодей Айболита хватает и в костер Айболита бросает. И горит, и кричит Айболит. Айболит, Айболит, Айболит. А бедные дети под пальмой лежат, на Бармалея глядят и плачут, и плачут, и плачут. Но вот из-за Нила горилла идет. Горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор Айболит крокодилу говорит: «Ну, пожалуйста, скорее проглотите Бармалея, чтобы жадный Бармалей не хватал бы, не глотал бы этих маленьких детей». Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил, и злодея Бармалея словно муху проглотил. Рада, 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 рада детвора, заплясала, заиграла у костра. Ты нас от смерти спас, ты нас освободил, ты в добрый час увидел нас, о добрый крокодил. Но в животе у крокодила темно и тесно и уныло. И в животе у крокодила рыдает, плачет Бармалей. О, я буду добрей, полюблю я детей, не губите меня, пощадите меня. О, я буду, я буду, я буду добрей. Пожалели дети Бармалея. Крокодилу дети говорят: если он и вправду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собою Бармалея, увезем в далекий Ленинград. Крокодил головою кивает, широкую пасть раззевает, и оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей. А лицо у Бармалея и добрее, и милей. Как я рад, что поеду в Ленинград. Буду, буду я добрей, да, добрей. Напеку я для детей пирогов и кренделей, кренделей. По базарам буду, буду я гулять. Буду даром пироги я раздавать. Кренделями, калачами ребятишек угощать. А для Ванечки и для Танечки будут, будут у меня мятные прянички. Пряник мятный, ароматный, удивительно приятный. Подходите, получите, ни копейки не платите, потому что Бармалей любит маленьких детей. Любит, 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 любит маленьких детей.